Катя, это твое любимое место, да. Излюбленное место, так сказать. Сегодня оно, к сожалению, закрыто. Поэтому пойдем с тобой пить кофе в другое место. Тоже недалеко. Да. Это уже хорошо. Все как ты любишь. Море, чайки. Спокойствие. Спокойствие, вот. Да. Сегодня еще с погодой повезло. И особо людей нет, поэтому вообще чудесно. А как ты встречаешь новый день? Именно здесь, в этом месте, каждое утро получается? Нет, к сожалению, каждое утро не получается, потому что мой режим зависит от моей дочки. Вот. И будут ли у нее лезть зубы или еще что-то, от этого зависит мой день. А так, конечно, стараемся все-таки утром встать, пойти на набережную и прогуляться. А кофе с утра – это такой традиционный ритуал? Если даже ты не успела выйти на набережную, скажем. Ну да, да, дома тоже мы кофе пьем, да. Мне кажется, вообще в большинстве семей такой ритуал существует у нас. Все, здесь. Тогда давай не нарушать твои правила, да. Пойдем выпьем кофе и продолжим с тобой беседу. Конкретного графика, он очень у меня лавирует, потому что с ребенком график строить сложно, но что касается, допустим, моей студии, то здесь тоже как бы, ну, определенные часы, но строгого графика нету. Я всегда, в принципе, свободна. Вот настоящая творческая натура. Да. Свободна всегда. Да, в принципе, да. Замечательно. А сколько времени ты проводишь в этой мастерской, в этой студии? Ее даже мастерской, наверное, нельзя назвать. Студия, да, это больше как арт-пространство. Я и вообще, в принципе, хочу, чтобы здесь было много творческих людей. Не обязательно художников, может быть, это будут музыкальные какие-то. А что касается, сколько я здесь провожу времени, к сожалению, не столько, сколько бы мне хотелось. Пока что. Я хочу очень много работать в плане вот именно живописи, писать картины. Пока что не совсем удается. Это потому, что тебе приходится совмещать семейную жизнь со своей творческой жизнью? Нет. Что-то даже где-то не успевается или... Это даже было больше до этого, когда даже я начинала свою, как сказать, творческую такую миссию, может быть, даже в плане вот заниматься с людьми, заниматься с детками. То есть я в связи с тем, что очень много отдаю своей энергии, мастер-классы провожу, занимаюсь с детками, то есть провожу им занятия. В связи с этим у меня, к сожалению, не хватает времени на свое творчество. Раз уж мы заговорили про энергию, обязательно нужно ее восполнять, и каждый делает это по-своему. А как ты, вот чем ты наполняешься, что какие эмоции тебе необходимы для того, чтобы восполнить то, что потрачено на остальных. Ну вот, например, кому-то нужно, наоборот, с кем-то пообщаться, да, кому-то нужно эту энергию обратно взять. Мне же, наоборот, мне нужно спокойствие, тишина, мне нужно, ну вот, рано прям утром, там, допустим, встать, часиков в 6, пойти по набережной спокойно прогуляться до Брехаловки, взять у Лёши кофе, сесть на лавочке, и посмотреть на чаек, посмотреть на восход солнца и наполниться этим всем. А часто бывает, что ты вот ходишь на набережную, находишь какие-то мотивы интересные тебе, на арт-пленеры выходишь? Да, раньше, кстати говоря, выходила намного чаще на арт-пленеры, чем сейчас. Mm-hmm. Тоже в связи с тем, что не хватает времени. Но очень хочу возобновить. Мы вот с моими подругами, с художницами Мирандой и Марией всегда вот выходили с этюдниками, работали. Но это на самом деле особая атмосфера, и ты заряжаешься совершенно по-другому. И живопись по-другому начинает вести на свежем воздухе. А какие твои такие излюбленные места, где ты творишь, творила, возможно, раньше? Раньше, писала. Да. Вот, кстати говоря, Амра. Мы на нее часто поднимались. Она, к сожалению, уже закрыта для доступа. Mm-hmm.
Вот, но там своя атмосфера, там совершенно по-другому открывается город. Вот там я любила посидеть, пописать, может быть, на скетчинге, да, в скетче порисовать. Здесь тоже на лавочках с удовольствием можно посетить. Но когда ты особенно одно и то же рисуешь, то немножко надоедает. Ищешь какие-то новые локации. Но у нас повезло в этом плане. Сухум весь наполнен разными эпохами, так скажем, да. То есть где-то здание, там, я не знаю, в стиле СССРовских, да, там МВО, ПВО, там заходишь и сразу СССРом пахнет. Вот. А, например, в центре города там очень интересные здания такие в классическом стиле. Ну вот напротив 30 секунд. Да. Очень красивое здание, вот им я очень вдохновляюсь. Обязательно пойду с этюдником, напишу его именно маслом. Катя, ты родилась, выросла в Сухуме, как да, я понимаю. Верно. Мы уже здесь живем в пятом поколении. У меня, получается, прадедушка строил Сухум-ГЭС. Здорово. Да. Расскажи. Ну, получается, что семья их жила, вот раньше семьи же жили там, те, кто строил это. То есть им выдавались квартиры. И мой прадедушка вместе со своей супругой жили там, в квартире. Они строили Сухум-ГЭС, эти турбины, все дела. Очень интересно. Вот. Потом они уже переехали ближе к городу, потому что выдавались квартиры тем, кто ну, как бы на государство работал. Вот. Но сам факт того, что, так сказать, род наш какой-то принес пользу, да, Абхазии, это очень круто. Вот. Я этим горжусь, так скажем. Вот, поэтому, ну, считайте, что коренные жители. А у вас в семье кто-нибудь занимался творчеством? Откуда в тебе такая любовь к искусству? Не могу сказать, что точно это по генам перешло, но получается, что у меня прапрадедушка, он был художником, очень таким творческой личностью, у него очень красивые работы живописные, то есть он портретист был, очень красивые портреты писал. Вот. Ну, может быть, оттуда, но еще был момент в жизни, к нам приехала женщина, художница, со своим чемоданчиком. Я тогда не понимала, что это. Она привезла вот этот этюдник с красками, со всеми делами, запах масла. И вот тогда, когда она к нам пришла домой с этим этюдником, со своими холстиками, она все это разложила. И вот именно в тот момент я поняла, что это все мне очень близко. Она начала писать картины, рассказывать, что это за краски, что это вот масляные, а эти вот акриловые, и все вот это вот. Это мне казалось какой-то мистикой, какой-то магией, потому что это все так происходило интересно. И, скорее всего, именно в тот период времени я зажглась мыслью о том, что это мне близко. Благодарю. Оператор не даст соврать. По правилам съемок самая удачная погода именно вот такая пасмурная, там свет определенный и так далее. А вот у художников есть такое понимание, когда там, не знаю, краски по-другому, да, играют? Да, да. И яркий ли должен быть свет, или это закатное солнце, или пасмурная погода, или еще что-то, не знаю. Ну вот если брать из времен года, если так, или же, наверное, самое удачное это лето, наверное, или осень, потому что яркие, очень сочные краски, вот. А что касается именно вот погоды, ну, наверное, тоже, чтобы не сильно солнечно было, потому что все равно очень сложно в солнечный день работать, глаза болят. А вот когда такой свет довольно-таки удобный, да, так скажем, легко работать, то, наверное, такая погода была бы лично мне удобна. Вот. Насчет других художников ничего сказать не могу. Но еще очень красиво, когда закат, допустим, да. Но еще это очень неуловимо. То есть у нас закат меняется через каждую минуту, поэтому это очень сложно. Люблю пейзажи передавать. То есть портреты мне не особо вообще даются, и я их, честно говоря, не особо люблю. То есть я могу написать, но это будет не в удовольствие.
либо что-то вот абстрактное, наподобие вот моей африканки, которая у меня в студии стоит. Это было на одном дыхании, за 2 часа я ее написала, потому что мне хотелось, потому что мне понравилось. Вот. А что касается именно вот портретов, сидеть и корпеть над каждой черточкой, это не мое. Вот я больше по пейзажам, по размаху. Мне нужна большая кисточка. Часто говорят, что вот наш стиль говорит о нашем характере. Насколько в твоем стиле твой характер отражается? Тебе говорили об этом? Ну, ты сама это ощущаешь? Мой педагог Надар Цвижба, он имеет такой дар, наверное, так скажем. Он не только может характер. Да, с удовольствием. Он не только может характер распознать по картине, но он еще и может понять, что там, допустим, в данный период времени происходит в моей жизни. Вот что очень интересно. Был такой момент, когда мы писали картины, и он подошел такой, начал мне рассказывать, что у меня в жизни происходит. Я была в шоке, потому что абсолютно все, что он говорил, так оно и было. Ну и с одной стороны это очень так интересно, с другой стороны страшно, что может человек прочитать о том, что у тебя происходит. И что интересно, каждому ученику он подходил и рассказывал, что вот у тебя там такое-то, у тебя такое. Наверное, это вот, наверное, как и скажем, дар, наверное, все-таки. А это не пугало? Пугало. Не отпугивало? В моменте отпугивало, а вот с другой стороны он настолько близок стал и напутствие, да, как педагог. Ну, рассказывал, как лучше там, да. И поэтому это, наоборот, даже помогало в какой-то степени. Ты являешься выпускницей художественного училища. Здорово. Мой педагог Надар Цвижба. Вот, прекрасный педагог. Я тебе ему очень благодарна. Да, прям бескрайне благодарна, потому что он вложил именно любовь к живописи, любовь к, как сказать, ну, наверное, к тому, чтобы не привязывать себя к месту и, то есть, быть более открытой для всего. Он всегда нам говорил, давайте, выходите, идите на набережную, рисуйте. Когда нам нельзя было, мы сидеть должны были в классе, а он нам разрешал, мы уходили на целые дни и писали. Правильный педагог в нужное время оказавшийся рядом, вот насколько он важен? Он очень важен, потому что у меня как раз таки такая ситуация и была. И он оказался в то время и в то месте. Он очень поддерживал. Это оказалось действительно очень мощным таким, как сказать, аспектом моей жизни, потому что он изменил, так скажем, мышление в некоторой степени. Поэтому действительно от педагога очень многое зависит. Если педагог, как сказать, и в первую очередь хороший, то от этого и ученик будет тоже исходить такой, какой и педагог, в принципе. Ну, и тебя саму можно назвать педагогом, потому что да, я преподаю. Ты преподаешь, и насколько опыт полученный тобой только вот в качестве ученицы или студента ты используешь на практике, будучи уже педагогом. И насколько это вообще тяжело? Мне кажется, одно дело освоить азы, хорошо писать картины, разбираться в этом очень хорошо, другое дело доносить, уметь обучить. Это очень тяжело. Абсолютно другая стихия. Что касается вот именно живописи, я, наверное, не столько хороша в том, чтобы писать картины, как у меня получается общаться с людьми. То есть и большинство, в принципе, тоже с этим согласны. Именно в общении с людьми у меня получается полностью раскрыться. То есть, наверное, больше мой потенциал в этом, нежели чем в писании, написании картин. Вот. Что касается сложности, ну, наверное, я очень сильно люблю свое дело. Я очень люблю детей, очень люблю людей. Очень прям. Наверное, поэтому мне это не сложно. Мне это как бы легко дается, и дети меня любят, и я их люблю. А, Кать, ты преподаешь деткам, но при этом ты проводишь мастер-классы для взрослых. С кем легче? Ох, это сложный вопрос. Наверное, со взрослыми сложнее, потому что дети очень открытые, и ты сразу видишь его эмоцию. Если ему не нравится, то ты понимаешь,
что все, значит, ему не нравится эта картина, мы пишем другую. А с человеком, который взрослый, у него же намного больше внутри, поэтому сложнее подход каждому найти, как бы. То есть человек может улыбаться, говорить, что все хорошо, но я вижу, что его что-то гложет, что что-то не получается. И тут уже в обиход идут всякие мастерские штучки, взятые за годы, там, помочь, где-то подкорректировать, человек сразу расцветает. Со взрослыми сложнее работать. А интереснее? Интереснее? Интереснее с обоими случаями. Потому что с детьми ты получаешь совершенно одно, со взрослыми другое. То есть как раз-таки вот эта гармония получается, дети и взрослые. Характер, мы о характере, в принципе, сейчас и говорим. Естественно, со временем характер формируется, меняется. А с другой стороны, считается, что характер не меняется, просто со временем какие-то взгляды на жизнь могут измениться. Как ты считаешь, с годами меняется характер все-таки? Я думаю, что меняется, потому что какой я была 3 года назад, я сейчас совершенно другая. Если раньше у меня там был пыл поярче, то сейчас я уже более спокойная. Все-таки характер меняется. Я считаю, что да. Поэт пишет то или о том, что его беспокоит. Он это передает в словах, словами. А художник, естественно, своими работами. Но если это переживание, то что ты изображаешь? Если это счастье, радость, то что ты изображаешь? Ну вот здесь, мне кажется, особой связи нет. Почему? Потому что, ну как лично у меня, особой связи нету между вот переживанием там, да, и там не обязательно должна быть драматика или плачущий человек, или еще что-то. Наверное, это больше вот выплеск эмоций в плане красок. Угу. То есть, может быть, даже другим это и не будет видно, что именно я хотела, да, допустим. Есть художники, которые действительно передают свои эмоции, и ты подходишь к этой картине, и вот ты это прочувствуешь. А у меня такого нету, потому что, ну, может быть, я не особо и хочу, чтобы кто-то видел мои переживания, так скажем. Вот, потому что, ну, это близко ко мне, то есть... Я не стараюсь передать свою эмоцию для того, чтобы это прочувствовал другой человек. На сегодняшний день то, чем ты занимаешься, приносит тебе удовольствие. Это твое любимое дело. А ты видишь себя в дальнейшем в этой же сфере? Ты вот из категории людей, которые связывают раз и навсегда свою жизнь с определенной профессией, деятельностью, с, не знаю, видом чего-то, не знаю, хобби, без разницы, что бы это ни было. Ты постоянная? Наверное, да. Наверное. Ну как, интересы всегда появляются к чему-то другому. Вот. Но сказать, что я сразу начну там заниматься какой-либо другой деятельностью, да, разом, не думаю, потому что все-таки это действительно мое, то есть я люблю этим заниматься, вот в особенности мастер-классами по живописи, то есть это приносит мне огромное удовольствие, это вдохновляет, это общение с новыми людьми, и вообще там я действительно получаю массу удовольствия и эмоций. Такой экзотический уголочек, это твои работы, как я понимаю, да? Как стиль называется? Я не знаю. Ну, как-то можно идентифицировать как-то определенным образом, или? Ну, что-то между абстракцией и настоящим, ну, как сказать. Ну, он такой современный стиль, ну, сейчас. Да, он пользуется как популярностью, да, и в соцсетях очень много работ подобных. А они пользуются популярностью у нас здесь? Тоже, да, у нас уже люди более современные и хотят, чтобы у них в интерьере висели современные картины. Интерьерная живопись сейчас появляется, такое название, как сказать, да, для... дома пишут картины, то есть они, может быть, не имеют каких-то форм, там, не знаю, но это просто красивая картинка, и человек довольствуется. Часто к тебе обращаются? Ну, заказывают работы, где можно приобрести твои работы? Ну да, и можно ли? Можно, по заказам, но, к сожалению, я много раз уже отказывала, потому что у меня нет времени на это. А так я больше сейчас работаю со скульптурной живописью. Здорово.
это декоративная штукатурка. И как бы эта техника абсолютно другая. Ну, от живописи она далека. То есть там работаем мы только мастихином. Я для этого ездила в Россию, обучалась, приехала сюда, и вот с этой техникой здесь уже работаю. Как давно? Создаю. Ну, получается, уже где-то полтора года как, даже больше. Два года назад я этому обучилась у основателя этой техники Евгении Ермиловой. Вот, я ездила в Россию и к ней в Краснодар. Там был, как сказать, ее мастер-класс, много людей собралось с разных стран, из Индии, из Сирии, абсолютно вот разные мы были. Мы все разговаривали, наверное, так можно назвать, на языке любви, потому что мы друг к другу очень притерлись. И что интересно, каждый говорил на своем языке, но при этом мы друг друга понимали. Вот. И вот благодаря Евгении Ермиловой я обучилась этой технике. Вот. И сейчас работаю с ней у нас в Абхазии. Для чего тебе это? Что такое вообще живопись, творчество? Если это вот объединить в одно какое-то такое понятие. Для чего мне это нужно? Ну, скорее мне это нужно для того, чтобы себя отпускать как-то. Ну, когда я сажусь, пишу картину, да, особенно в порыве каком-то эмоциональном, там, допустим, то ты можешь отпустить все свои эмоции, выплеснуть, успокоиться. Помимо этого, ну, наверное, все-таки все мы люди созданы так для того, чтобы как бы кому-то что-то нравилось, да, чтобы показать свою работу, как бы похвалиться, чтобы тебя похвалили, да. Ну вот я как бы по себе сужу, но я, например, очень люблю, когда родители мной гордятся. Вот. И как бы, наверное, вот, да, я стараюсь, вот именно что касается, там, допустим, живописи, это, наверное, ну, как и свое удовлетворение я получаю, да, чисто духовно, там, ну, и плюс ко всему приносить тоже людям, так сказать, для глаз усладу, да, чтобы люди получали удовольствие. И при этом, как бы, это энергетикой мы меняемся друг с другом. То есть я получаю удовольствие, они получают удовольствие, это взаимно. Ты сказала о том, что тебе важно знать, чувствовать, что тобой гордятся твои родители. А, вот интересно, насколько для тебя важно мнение окружающих тебя людей, не считая родителей и близких людей? Вот что касается этого, мне абсолютно мне как бы все равно. Как бы это ни звучало критично, но что касается остальных людей, я могу прислушаться. Я очень хорошо отношусь к критике. То есть я могу прислушаться, все понять, сказать, да, спасибо. Но при этом Да, но при этом сказать, что это мнение будет для меня очень важно, абсолютно нет. Не заденет ли? Нет, наверное, я не такой человек. Я очень быстро отпускаю. Вот близкие, кто меня знает, если это как раз-таки не близкие, то кто остальные мне что-то говорят, я к этому отношусь совершенно спокойно. В рамках нашей программы мы обычно снимаем мастерскую. Но тут, правда, не просто мастерская, это такое арт-пространство, студия. Ты ее открыла не так давно. Какая задумка? Расскажи об идее. Что здесь будет? Ну, идея такая, чтобы здесь большинство творческих людей собиралось. Какие-то арт-вечера, допустим, может быть, даже стихи читать. Она сейчас, кстати говоря, это стало модным. Довольно-таки люди любят поэзию, да, все дела. Может быть, какие-то стендапы. То есть это как раз-таки площадка подразумевает под собой, чтобы
она менялась, да, чтобы здесь появлялись новые люди, может быть, какие-то музыкальные вечера. Вот, ну, как-то так. Приходя в мастерскую того или иного художника, мы видим работы самого художника. Ну, так, в принципе, принято. Но тут нужно отметить, что твоих работ меньше, чем работ всех остальных. С чем это связано и кто авторы? Ну, некоторых, конечно, сразу можно узнать по стилю, вот, но все равно, почему так? В чем особенность этой идеи? Как раз таки фишка моей студии в том, чтобы не я сама себя, да, как сказать, продвигала, а чтобы я продвигала других художников. То есть я хочу, чтобы другие художники приходили, приносили свои картины и их снимать, выкладывать, для того, чтобы у них была площадка. То есть у меня нет задачи саму себя продвигать, а у меня стоит моя собственная задача для того, чтобы помогать молодым художникам продвигать свое творчество. И у меня здесь Анатолия Качалова работы, у меня здесь Миранда Кишмария работы, Марии Последовой, Катрин Гуськовой. Ну, то есть, и я стараюсь, чтобы их было больше, то есть с разными художниками общаться. Вот, и большинство из них как бы с превеликим удовольствием, да, конечно, вот, я с удовольствием принесу свои картины, то есть как бы вот так. В жизни любой женщины наступает определенный период, который меняет всю ее жизнь, все ее привычные дела остаются где-то там, и особенно с рождением ребенка абсолютно меняется привычный образ жизни девушки, женщины. Я знаю, что рождение твоей дочери тоже стало таким очень важным событием, в принципе, как и для всех, но не только в плане самого материнства, как материнства, но и трансформации тебя как творческого человека, твоего творчества, твоих подходов. Какие краски она привнесла в твою жизнь, новые краски? Расскажи об этом. Ну, действительно, с появлением ребенка меняется абсолютно мышление, так скажем. И она привнесла в краски в мою жизнь самые яркие. Во-первых, это очень большая мотивация для, наверное, каждой матери. Для меня, как, ну вот, рождение Софии, для меня очень было именно мотивационным моментом, то есть, когда рождается ребенок, ты начинаешь думать, а все ли ты делаешь правильно, да? Начинаешь думать о том, будет ли она счастлива, когда она вырастет, да? Посмотрит ли она на тебя и скажет ли, что да, вот моя мама молодец там, да? Ну и как-то начинаешь сверять, правильно ли я поступаю в том-то или ином моменте, да, и в ту ли сторону я иду. И вот с появлением ее у меня сразу появилась мотивация расширяться, то есть студия, чтобы работала на, так скажем, большем потоке. Потом мотивация появилась ускорить моменты в плане вот рекламы, там, да, мастер-классов, тоже в творческом. И вообще, даже когда она еще не родилась, я, вот, наверное, все-таки благодаря тому, что знала, что она скоро появится, я поехала обучаться вот скульптурной живописи, то, что я показывала там в студии, поехала обучаться этой технике. Потому что это все-таки очень большая мотивация для женщины, для человека стараться, стремиться, чтобы ребенок был счастлив, что ты его мать. Вот для меня это самая большая мотивация.